Привет, это снова я, Карина, и я хочу поздравить вас с летом! И тебя, и тебя, и тебя! Всех вас поздравить с летом! Мы вытерпели этот год! Мы молодцы! Надеюсь, у вас у всех все хорошо с экзаменами, с контрольными, что там еще бывают, тесты, итоговые и так далее. Надеюсь, все у вас с этим вышло хорошо, и никто не ходит в школу летом, никто не остается на второй год. Это, правда, проблема. У меня, правда, и у самой небольшие проблемы с математикой, но да, бывает. Так, кому-то на экзаменах помог метод тыка, считалочка, абракадабра, эники-беники и прочее. Ну, а кто-то всерьез подготовился. К сожалению, иногда даже подготовка не помогает. Ну и, как полагается, лето, я на дачке. Не знаю, видно вам там, но там типа огороды, дома, прочее. Где-то там речка, вот. Я вам просто сейчас показываю. Да, я вам показываю доски. Так, ладно. Сейчас мы все тут сгорим от солнца. Все запаримся. Так, у меня новая комната на даче. Вместо старого чердака. Тут уже все обшито, покрашено, прочее. Единственное, что остается, это сделать ее пригодной для жилья. То есть поставить... Где спать, где сидеть, где жрать. Так, ну, пока я ненадолго отлучусь, потому что мне еще предстоит поставить вот эту вот бандурину самой. Да, буду ее таскать и пытаться как-то ее разложить, я не знаю. Так, ну, боже, свет. Ну, начнем. Сейчас я покажу вам Бонни, но она очень стеснительная, может испугаться камеры, поэтому мы сейчас попробуем к ней подойти. Бонни, ну не убегай, ну она боится. Бонни, ну Бонечка, ну... Ой. Она похожа на Мишку. На медведя. А лапа? Чья лапа? Ой! Она меня клевала. Ну, пойдемте, пчелочка. Я босиком. Да-да-да, иду. Не гавкай. Вот он наш Джонни. Да, наш хороший Джонни. Красавец. Белый красавец. Ой, Боня пришла. Стесняшка. Так, это Джон. Он у нас самый первый появился. Наша самая первая собака. Он сидит в вольере. Ну, куда ты прешься там, малину? Что тебе там надо, господи? Черная попа торчит. Эх. Так. Джон, он к нам однажды сам прибежал. Ну и мы его у себя приютили. Вот. Что там? А, про вольер. Он сидит в вольере, потому что он все время ходит к чужим на участке. К соседям ходит. И топтает у них все грядки. Кто
кто-то уже грозится там его пристрелить, отравить и все на свете. Еще он гавкает, из-за этого очень бесит всех соседей. Вот. Поэтому сидит он в вольере, очень скучает, гавкает, зовет нас. Ему тут скучно одному. Да, тебе тут одному скучно. Ты мой малыш. Вот. Куда там Боня-то в малину уперлась, а? Боня, ты в малине лежишь. Не, ну, в принципе, удобное место. Она его себе давно сделала или как? Так, ну вот, это наши собаченцы. Вперед на речку. Вон как раз Джон начал гавкать. Ну куда вы? Ну уходите. Аленька, помнишь, как Даша путешественница? Куда мы идем? Куда мы идем? Пам-пам. Пам-пам. На речку. На речку. Только не дури. Не дури. Мы идем отмечать наш первый день лета. Он не первый. Ну вот, сегодня 13-й день лета. Мы все равно хотим отметить его. Это так Мам, здорово. Тебе тяжело? Тебе не тяжело? Передавай привет. Привет, всем привет. Папа, привет, как дела? Алина, успокойся. Это речка, мы идем на нее. Это же много. Успокойся. Так. Машины. Кто-то бегает, кто-то не видит. Слепой. Слепошарый он у нас. Речка! Так. Так, биорастворимые вилки, которые растворяются, не загрязняют. О боже. Всем рекомендуем, всем советуем, люди, берегите планету. Все, мы теперь рекламщики. Так, наш супер-пупер ужин, который мне пришлось ждать в одиночестве. Оп, я даже не знаю, сколько это длилось, час-два, сколько вас вообще два. Было? Два, о боже. Мне было так одиноко и грустно. Без него. Алина, я положу тебе сейчас. Это называется... Как это мама называется? Жульен. Жульен. Грибы в соусе бешамель. Бешамель. Жульен. Вот, люди, чем мы питаемся. На природе. На природе, да. Так. Даже не остался. Пробуем. Ням. Шотландия великая. Давай, еще кадр, давай, покажи мне супермодель. Давай, мама, работай, работай, давай. Ты супермодель, давай, давай, покажи мне искру в глазах. Давай, давай, да, да, еще, идеально, да, прекрасно, да. Все, поздравляю, вы попадаете на обложку нашего журнала. Все, прекрасно. Все, молодец, мама, все. Ты суперзвезда. Изобрази птицу. И крыльями тоже, как колибри. Это был обзор новостей от Ирины Самсоновой. Называется «Необычные птички на берегу». Да. Да. А на природе. О, как классно. Здесь так классно. Такая классная река. Наша дача рядом. Вот наш дом, вот река. Здесь так потрясающе. Если бы не какие-нибудь... идиоты, которые здесь оставляют свой мусор, свои бутылки, было бы шикарно. А там кругом одни идиоты. Включая нас. Нет. Мы мусор не оставляем. Да. Мы все убираем. Еще какая-то птичка. Птичка
птичка, птичка. О боже! Она желтая. О боже! Она желтая с белым хвостом. О боже, о боже! Это кто? Боже. Ты ее снимаешь? Да. Мы ее сможем на приближении посмотреть? И... Да, да. А рука трясется. О боже, это она похожа на колибри. А нет. Блин, у меня рука. У меня рука трясется. Так, это не синица, это совершенно. Рука, не трясись. Да? Конечно, синица зимой такая. Не трясись. Я забыла. Рука. Мы смотрели такие. Они, у них еще носы боже. Такие большие. Какая птичка. В интернете найдем. Так, все. Это как колибри. У меня рука трясется. Карина, смотри. Что? Так, какую же гадость на... Спаляй из нее что-нибудь. Какую же гадость на этот раз нам принесла Алина? Какую-то вонючую, зеленую. Ты что, забыл вопроса? Это же Тена или как его там? Тена. Тина. Тина это. Это Тена, Алина. Тина. Тена, Тена. Эй, я сказала правильно. И я? Обязательно. Привет. Ой, как классно. Вот река. Вот мои девчонки. Вот они ужинают. Жульен кушают на берегу. Ах, как потрясающе. Жульен горячий, между прочим. Я сама сделала. И вот мои девчонки. Мои красавицы. Мама, отец? Да, да. И все заметили, что мама любит хвастаться. Да, мама хвастушек. Конечно, мама старается, как не знаю кто. Вот, да, вот такие мы классные, вот такие мы красотки. Сейчас это превратится в блог. Вот такие мы умнички. Блог отчаянной домохозяйки из Кингисеппа. Точно, класс. Слушай, потрясающая идея. Отчаянная домохозяйка. Ты моя зайка. Это надо развить. Вот моя нога. Вот еще одна моя нога. Извиняюсь. Это можно будет убрать, вырезать. Вкусно? Да. Ням-ням, delicious. Ням-ням, delicious. Му-му-му-му. Да, девочка моя? Дё, скажи, дё. Каринка моя красотка? Дё. Мама, не позорь меня. Моя умничка? Дё. Не позорь меня. Ты чё, я в восторге. Ты. Всё, всё, я выключаю. Как? Всё, я уберу это, правда. От кого-то... Семьи наоборот избегают камер. Что? Ну, давай я тебя сниму, мам. Не-не, не снимай меня, нет, не надо. Мои наоборот. Лезут в кадр. Да, да, да. Нет, не выгнать просто. Да. Мы любим камеру. И нет у нас спасения. А, какая комарища прилетела. Карина, пойдем. Ой, да ну, Алина, ну не тряси ты меня, пожалуйста. Вот. Ой, Карина, ты снимаешь? Ой, а покажи нас, ну пожалуйста, ну покажи нас, ну покажи. А, привет, привет. Да. У нас вилки биорастворимые. Да, да, у нас биорастворимые. А это мой жульен, я сама его приготовила. Он горячий, он вкусный. А вот там наша дача, а вот там наша река, да. Мам, может, хватит? Нет, я вот еще не... Вот моя нога. Да, я еще не закончила. Смотрите, мои ноги. Нет. Ай. Дю-дю-дю. Карина. Так, куда ты? Куда ты? Нет. Будем ходить по берегу. Тут вы можете видеть кустики. Тут вы можете видеть травку. Тут вы можете видеть камушки, которые отчаянно уничтожают мои ноги. Так, сейчас мы пойдем туда. Thank you.
И вот оно, это прекрасное место на нашей прекрасной речке. Это скаты. Это наше бесплатное общественное джакузи. Короче, вся суть в том, что дно этой речки — это все сплошной камень, булыжник. Здесь типа раньше была какая-то скала, которая обрушилась, я не знаю. Вот тут вот подъемы на берегу, вот скалы. На том берегу они гораздо больше. Вот. С них даже свалиться можно. И короче, вот эти вот камни, они вот обламываются, обваливаются. И с них стекает. Да блин, что это? И получается джакузи. Ага, вот джакузи. Я не сказала, что стекает. Вода с них стекает. Тут очень громко. Вода шумит. Вот. О, клево. И вот, короче, тут летом толпа в купальниках собирается вот сюда, садится своими огромными задницами и сидят тут, как в джакузи. Холодном, правда, но джакузи. Клёво, да? Я Иисус Всемогущий. Как булькает-то. А, я промокла. Ну, тут, конечно, клёво. Я ж сказала, что это не самое приятное место. О. Для тех, кто не понял, это пластырь. О боже. Сейчас мы будем фоткать вот этих вот милашек. Я наконец-то начала пробовать валять из шерсти. Валять дурака из шерсти. Они не дураки. Так, эти новые котики. Они вскоре станут брошками. Мама, я пойду в кости. Все устали, все лежат. Одна я нет. Уи! Какое прекрасное небо. Так, а вот и наш Джонни, который достает своим лаем всех соседей. Привет, малыш! Привет! Что такое? Что случилось? Мы пришли, мой хороший. Сейчас, если соседи уехали, мы тебя выпустим. И пусть ты бегаешь по их грядкам, гнешь их растения, роешь у них во дворе ямы, пока их нету. Хе-хе-хе. Да? Да. Сейчас мы тебя выпустим. Погоди. Короче, уже вечер, мы лежим в кровати, Алинка. Ну и, короче, мы типа читаем сказки. Сейчас. Ну-ка, где тут? Побежала девочка дальше и видит. Течет молочная река в кисельных берегах. И тут девочка поняла, что ее еще не до конца отпустила. Вот. Ну, я... Поперла. Да. Ну, как я говорю? Поперла. Поперла. О, как с яблок-то поперла. Яблоки вообще... Алина, откуда в лесу взялась печка? Откуда? Она с неба упала? Никто не знает, откуда в лесу взялась печка. Кто ее там поставил? Вот в чем вопрос. Кто ее там поставил? Кто ее хозяин? Откуда там печка? Вот мы сейчас с Алинкой это и разбираем. Так. Ну, короче, кое-как она выбралась из этой кисельной реки.
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонился к вечеру. Ай, уже начали мама с папой смс-ки писать. Где их дети? Вот. Делать нечего. Надо идти домой. Ну нафиг этого брата. Меня родители ждут. А родителям скажу, что... Унесли. Его гуси унесли. Да, все. Идеальная отмазка, да. Ну, подумаешь, маньяк унес. Ну, я скажу, что гуси. Да, это идеально. Это идеально. Все. Я скажу, что его унесли гуси, да. Все. Ну нафиг этого брата. Он сам виноват. Все, да. Он реально тупой. Да, он тупой. Все, да. И повязали. Сейчас уже вечер. Поздно. Все уже спят. Я нет. Я читаю книгу. Сейчас покажу, какую. Что-то у меня одни книги про кошек. Потому что сейчас я дочитала вторую книгу «Котов-воителей». Как по мне, вторая книга вышла поинтереснее. И, в принципе, первую книгу можно было бы даже и не читать. Потому что во второй книге дают краткое описание первой. Вот. То есть можно сразу покупать вторую. Там уже начинается как-то все поинтереснее. Вот. Ну, я так считаю. И вот сейчас новая «Одиссея Гомера». «Приключения слепого котенка». Вот. Это задали по истории Гомера почитать. Пожалуйста, «Одиссея Гомера». Да, про котенка. Про что вы там прочитали? Ну, жил-был котенок. Ай, так, ладно, я хочу спать. Немножко страшно, темно. Чё, у меня есть Гэри. Мяу. Как там? Мяу. Мяу. Гэри. Так, ну, всем спокойной ночи. Мяу. Выключайся.